Всем привет, дорогие зрители, уважаемые подписчики. Я рад вас приветствовать на канале Rodriguez Games. И мы сегодня будем пробираться, или вернее, вернемся к барону и поговорим о Тамаре. Мы встретили Тамару. Тамара у нас живет хорошо, поживает в этом городишке. И, собственно, нам рассказала ужасные вещи об этом бароне. Так, ну, о своем отце. Так, значит, мы что сейчас сделаем? Мы сейчас вернемся... почему здесь это не... я почему-то нажимаю на... галоп. Плотва никак. Не хочет. Ну, потому что здесь много людей, поэтому можно... кого-нибудь затоптать. Но... это что-то мне так кажется, что мы туда не залезем на лошади. Ладно, давай мы слезем. И пойдем так. А там уже поглядим. Я город пока исследовать не буду, потому что тут еще, наверное, куча будет различных заданий, миссий. Хотя можно нам продать, у нас же куча всего. Но было бы неплохо все бы это дело продать. Угу, вон туда. Давайте пробежимся быстренько. И потом уже отправимся к барону с спокойной душой. Потому что у нас... Вот. Вот это вот неплохо. Клиент. Так, как... давай товары посмотрим. Покажи, что у тебя есть на... и что же у тебя есть? У тебя есть арбалет. Ну, лучше, чем у меня. Однозначно. Так, ударный болт. Стрелы. С приманкой. Блуждающий гром. Ух ты, я таких даже не видел. Так, и, соответственно, много рунных камней. Ремонт и набор. Это все, конечно, очень-очень полезно. Давайте мы ему все сейчас продадим. Продадим ненужные абсолютно мечи. И починимся у него. Так как нам нужен сейчас инвентарь, чтобы у нас был всегда он пуст и свободен. У нас много всего. Так, это мы не будем продавать. Так, хорошо. Изготавливать он пока нам ничего не будет, а вот починить можно. Давайте здесь и починим. Так, вот этот хороший меч, вот это тоже. А можно было нажать все починить тут у нас как раз. Хорошо, хорошо, отлично, отлично просто. Бывай. Ну вот, у нас инвентарь уже освободился. Почти пуст. Я думаю, можно нам возвращаться к барону совершенно спокойно. Городище огроменное здесь. И мы еще заглянем, наверное, в будущем в Кривоухские, да, или как это правильно? Где-то у нас, вот у нас, Кривоуховых. В топях у нас будет битва какая-то. Хоть задание будет интересное. Так, где здесь мост? Я уже заблудился. Вот сюда, наверное, да? Вот сюда, да. Тем временем начинает темнеть уже. Какой у нас шикарный здесь закат. Вон уже луна. Не шали. Ну, в общем, здорово. Здесь очень классно. Проходи. Так, здесь огромная толпа. Народ не пропускает, то без грамоты, но они здесь все равно стоят, им идти некуда, они хотят попасть в город. Ну, а в городе не всем, так сказать, везет, как мне. Не у всех есть такие возможности, как у меня, как у нашего ведьмака. И остальные обычные люди, они очень сильно страдают. Так, кстати, я сейчас могу, наверное, помедитировать немножко, чтобы нам посветлее добираться. Поутру. Вот так вот, да. Плотва, где ты? Так, она у нас в заборе, по-моему, где-то застряла. Она идет? Да здравствуй, да здравствуй. Ага.
сегодняшней жратвы. Ну, как всегда, тут позитивные люди. Их так много. Так, это мы куда? Вообще, мы правильно сейчас едем? У нас наша задача попасть к барону. А это пульт не дальний. Вот куда-то сюда. Ну, давайте здесь проедемся. Это поселение каменщиков. Карта просто... Я не знаю, друзья, как мы все это... Ну, о, смотрите, Гули. Не, с Гулями пока попозже. Мы и так опаздываем. Давайте пораньше. Так, вот 5 Гули. Представляете, сколько их здесь, а? А тут кто? Здесь у нас собаки, да? Но мы уже здесь бились с ними, по идее. Мы уже это все дело знаем очень хорошо. Потом мы все будем исследовать, еще всю карту посмотрим. Абсолютно. Я постараюсь ничего не пропустить, чтобы вам было поинтересней. Там кто? Там тоже гули. Ну, в общем, здесь на каждом углу у нас какие-то твари. Нам лучше ехать по дороге, если мы хотим. А вот здесь придется нам срезать. Смотрите, мы можем помочь чуваку. Ну, уже пошло. Пошло месиво. Давайте поможем. Нам все равно нужно срезать дела. Так, еще один остался. Гулик. А, нет, еще тут. О, я мечи починил. Они у меня просто шикарные. Вы посмотрите, какая их толпа, а? Ах ты, все-таки меня один зацепил из этой всей аравы. Неужели ему... Да ты че? Во, хорошо, все, все прекрасно. Я в таком количестве гули никогда не бил. А ты что, фуфел тряпочный? Да нифига ты офигел, я тебе тут помог. Пока. Смотрите-ка он, а? Какой засранец. Мы ему помогли. А он вот такой вот неблагодарный. Ну ладно. Неизвестно, что бы с тобой было, если бы не мы. Так, еще что можно посмотреть здесь? Так, идем дальше. Давай, плотва. Это так у нас разминочка была. Мы сейчас срежем дорогу. Вот куда-то сюда. Ага, волки. Давай, погнали. Ой-ой-ой-ой. Стая просто, я не знаю, сколько их там. Такое огромное количество. Ну, мы бы отмахались, надеюсь. Мы уже не такие безобидные. Ну, так, а вот здесь уже будет... Уже будет серьезно. Да вы что, твари, делаете, а? Посмотрите. Нифига себе. Ой-ой-ой-ой, меня могут завалить сейчас, ребятки. Сваливаем. Не давайте ему продохнуть, морды. Уходим, уходим. Нам нужно полечиться. Очень здесь жестко. Очень, потому что 16 уровень там. По-моему, это зря. Мне нужно сваливать. Я не знаю, как мы с вами будем, а? Бодаться-то. А, есть, одного завалили. Так, ну-ка, ну-ка, отходим, отходим. Вон тот, смотрите, 16 уровня. Да стой ты, стой.
Не-не-не-не-не-не-не. С ним вообще жестко. Он 16-го, ребят. Мы не сможем его одолеть. У нас всего, какой у нас там, 7-й уровень, наверное. Но я одного завалил. Я даже не знаю, как мы вот эту тварь можем... Вот 7-го я завалил, 8-й взяли. Прекрасно. Может быть, нам по сюжету потом надо будет сюда вернуться. Так. Он не хочет уйти, я хотел бы взять. Давайте попробуем. Мне охота попробовать. А вдруг мы его можем завалить, а? Отходи, отходи, Геральт. Отходим. Ну вы сами видите, я у него вообще почти не могу отнять жизни. Да, жестко здесь. Хо-хо-хоу, бродяга. Да, вот такие дела. Ну хорошо, хорошо. Помедитировать мы не можем. Так, все. Пока еще опасности, я не могу обыскать и посмотреть сундуки, вот эти вот ящики. Пойдемте куда-нибудь сюда. В тот лагерь вернемся чуть позже. Это что такое? А, кровостой, может, такие подбирали. Мы уже такие подбирали вещи. Так, нам нужно совсем рядышком. Вот сюда. Нужно объехать этот лагерь. Опасная была битва. Очень опасная. Давай ко мне. Да ты чё? Вы представляете, они меня достали. И отсюда. Но. Ладно. Ну мы сейчас пронесемся по этому лагерю. Ах, и гнусный же ты. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Нам сюда. Нам куда-то сюда. Они мне за 2 выстрела почти всю жизнь сняли. Не, пока мы не готовы, это точно. Шевелись, парва. Вперед. Вперед к барону. Вот такие у нас приключения, пока мы добираемся к баронам. Мы встретились с ужасными дезертирами 16-14 уровня. Там были, правда, 7 уровня, мы 2 их завалили. Получили, кстати... Кстати, мы же получили сейчас новый уровень. Я что так это... Почему-то как-то я забыл даже. Взрывной щит можно прокачать. Или вот эту вот штуку, да, знак Аксии. В диалогах. Нам диалоги, кстати, можно будет. Давайте мы ее прокачаем. Я думаю, это пригодится. Так, взрывной щит. И что мы еще можем? Так, у нас это все есть. Хорошо. Это у нас окошечко откроется, когда 10 возьмем, а это когда 9. Да нам всего лишь один уровень, и мы уже будем вообще прям хорошо себя чувствовать. Где же наш там барон-то, а? Вон, я вижу уже. Мы уже почти рядом.
плотва. Так, как ему тут проехать, с какой стороны? Давай, плотва. Куда-то сюда. Сейчас мы сюда поедем. Интересно, как барон отреагирует на то, что мы теперь знаем. Мы сейчас ему, конечно, все это расскажем, все это дело, что он ее бил. Что из-за него, по сути, ребенок-то погиб. Ну, он-то и так знает. Но сейчас уже точно есть доказательства. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Да. Так, ребятки, давайте расходимся. Я еду на задание. У меня очень-очень важное задание. Может, мне старика к ручью послать? Скажу, все скажу. Где покажу спрятано. Так, вот мы и прибыли. Пойдем немножко, и вот, вот и барон. Ну, с чем пришел? Сыграем в Гвин, да? Так, я отдал куклу твоей дочери. Давайте издалека начнем. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы. Дьяволы! И хер знает, что еще. Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что Анна? Я пока не узнал ничего определенного, но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Так, зачем ты работаешь? Как тебе? Мы уже с ним это общались, я понял. Прощай. Так, я думал, он нам что-то еще скажет, но хорошо. Пойдемте дальше. Пойдемте искать следующую цель. Дела семейные, исследовать оставшиеся зацепки, велено найти жену барона. Угу. Так, костры. Хозяйки леса, пойдемте вот сюда. Мне кажется, здесь нужно кроется у нас задание основное, чтобы это нам поможет, кстати, отыскать. Видим кривоуховых топях. Угу. Может быть, там какая-то будет зацепочка. Посмотрим. Хотя, не знаю, знаете, ребят, сейчас вот надо как-то сделать так, чтобы нам дела семейные следуют. Ну, давайте вот все-таки продолжим. Мне кажется, вот здесь что-то у нас не доделали мы. Так, куда нам теперь отправиться? Так, пока не вижу. Давайте почитаем. Дела семейные. Барон оказался опытным переговорщиком. Так, а что у нас здесь? Пить конь с качками. Так, ну это понятно. Так, дальше идти за бароном. Исследовать все оставшиеся зацепки. В велене найти жену барона. Пока непонятно, какие зацепки, придется нам искать Цири. Да. Поехали, может там оттуда оттолкнемся. Пойдите вы все к черту. Эй, мужики, может на эту чудищу. Вот такая вот ситуация. Передали мы куклу. В принципе, можно было бы из-за этого и не ехать сюда. Чтобы всех дикая охота.
Как всегда в деревне тут у нас раздрай полный. И это нам нужно отправиться в какую сторону? Давайте поглядим. А, вот сюда, да? Ну, в принципе, совсем рядышком. Совсем рядом. Можно как-нибудь срезать. Кстати, столько много всяких каких-то оставленных хижин, в которых, видимо, тоже скрываются интересные какие-то миссии, которые мы можем тоже пройти. Они стоят, хижины отдельно, и привлекают таким вот себе вниманием. О, кстати, смотрите, что... Ну, все. А еще что там было? Так, где-то здесь был мост, да? А мост у нас... Здесь мы не переедем. Чуть левее отправимся. Ух ты, ё-моё. 14 уровня, вы видели, что там было, а? Давай, сваливай, Геральт, отсюда пока. Пока сваливаем. Вдоль берега. Нет, реально. Там какой-то монстр был, там динозавр. Круто. Как приятно ощущать, что еще столько будет всего еще интересного. Так, у тебя как творог белый. Мы нашли деревню. Честно говоря, я не понял, здесь мы проезжали или нет. По-моему, нет. Какие-то могилки стоят. Ну, в общем, движемся. Нормально пока. Пока идем. Интересно, что сейчас нас ожидает на кривоуховых топях? Скорее всего, там будет очень много всяких и ведьм, или водная баба какая-нибудь будет, которая в болотах у нас трется. Самая противная из всех. Подержи. Ну, ё-моё, а? Ребята, вы чё гоните? Вы там третьего уровня? Вы третьего уровня. Не, ну вы прямо попали. Это грабители. Не на того напали, ребят. А, да, красиво. Красиво. С этими бандитами нам, конечно, было просто. Третьего уровня. Что, смотрите, они привязали здесь кого-то, пытали даже. Это твари. Уличные бандиты. Куриная ножка, кстати, у одного была. Ну, совсем рядом. Мы уже почти приехали. Вперед. Так, олени бегут от кого-то. Вот оно. Вот оно, опасное болото. Пошла. Я, знаете, что сейчас сделаю? Я сейчас помедитирую здесь часочек. Потому что предстоит нам наверняка что-то опасное здесь. И уже спущусь без нашей лошадки, без нашего друга. Не хочу подвергать опасности. Нифига себе, это что такое?
хозяйки леса. Задание началось. Так, вот я вижу след. Ну же, Геральт. Что-то он как-то на них не обращает внимания. Странно. Так, отыскать ведьм. Наша задача — отыскать этих самых жутких и опасных ведьм. Так, утопцы. Следовало ожидать, что они здесь будут. Так, мы сейчас поменяем на вот эту штуку. Стой, 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 стой. Вот так вот сделаем, да. Охранный щит возьмем, с ним нам будет полегче. Вау, башка отлетела. Свободно, ребятки. Отдыхаем. Так. Отлично. Но где же ведьмы? Утопцев мы нашли, а ведьмы где? Или они здесь охраняли? Так, вот они еще. Вот они, эти гады. Так, сработал охранный щит. Нифига вас тут сколько, а? Ребята. Вы посмотрите. Толкни. Ой, какой охранный щит замечательный. Как хорошо, что мы его прокачали. Это просто супер. Он мне реально прям помогает. Спасибо, ребят, за комментарии. Вы мне писали в комментариях, что вот лучше эту штуку прокачать. Да, действительно. Вы прям правы на 100%. Так, идем туда. Утопцы те убежали куда-то подальше. Блядь, побоялись нас. Сказали, ну его нафиг с ним связываться. С этим ведьмаком. Себе дороже. Так, сюда. Где-то здесь, где-то здесь. Ага. Пошло, пошла музыка. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется?
На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда логично. По деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, Ивасик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. Да, в принципе, я что-то подумал, что он не в грубой в как-то форме так ответит. Просто спросил. Говори уже. А он такой уже. Ему поднадоело все это. Болтовня, ну ладно, попробуем помягче как-нибудь. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи! Уходи! Да чё за фигня-то, а? Найти способ выманить бабушку из хаты. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Бабушка вас не обижает, не колотит?
Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится, потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Вы сами-то и Васика видели? А то, на вид примерно, вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Васика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки, а то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Ну идет. Что, придется согласиться. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает и Васика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Ого. Раз, два, три. Ну, Геральт еще в прятки 18, не играл. 19, 20. Я иду искать. Одного спалили. Так, куда же они заныкались, а? По следам, пойдемте по следам. С Геральтом в прятки вообще неинтересно играть. А, он наверх забрался даже, да? А как мы залезем? Так. Вот ты где. Спалили тебя, спалили. Следующий. Я тебя вижу. Выходи. Еще одного. Ну что-то как-то не прячется слабо. Так, этот куда побежал? Ага, этот в хату, да? Вот он ты. Вот ты где. Как ты меня углядел? Так, и еще один. Я сам запутался. Так, двое туда побежали, здесь вот это вот, вот следы еще. Ты смотри, он через окно стеганул. Так, оббежим дом. Где-то здесь. Где-то ты здесь, точно. Это самый умный какой-то, а? Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. У Геральда все четко. Договор. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в голову укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая.
все без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Да кто же тут такой Ивасик-то, а? Отыскать на болотах Ивасика. Надо отсюда поскорее сваливать, пока бабушка не пришла. Потому что бабушка придет и начнется. Так. Значит, Ивасик. Ну ладно, пойдем посмотрим, где ты там у нас спрятался.